Только улыбайся, улыбайся мне, весомости поверь. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Сегодня день рождения парка, да, 4 сентября. Мы в этот день отмечаем 81-ю годовщину. И спасибо всем гостям, которые пришли. А сегодня пришло более 21 тысячи горожан на этот праздник. Спасибо, что шикарные погоды стоят. Но мы гостей встречаем на своем дне рождения разнообразными сюрпризами, разнообразными подарками. В парке работает сегодня 5 площадок. Первая площадка встречала гостей у входа со второй садовой. Это была гигантская раскраска, 7 на 2 метра, 14 квадратных метров было раскрашено за 4 часа. Получилось круто. Вторая зона активности была на сцене «Ракушка», где мы веселили своих маленьких гостей. Там был спектакль, научное шоу, всех угощали азотным мороженым и показывали всякие разные чудеса. По дороге к большой аттракционной площадке наши партнеры из одного из детских клубов устраивали веселые, на самом деле веселые старты. Всем было действительно весело, и никто не хотел уходить, даже когда она закончилась. Продвигаясь далее вглубь парка, мы в 3 часа дня попали на огромную концертно-развлекательную программу на большой аттракционной площадке. Веселые конкурсы с призами, интересные задания, песни, пляски, флешмоб. Все это увенчается розыгрышем главного приза, самому счастливому обладателю, покатавшемуся на аттракционах сегодня, достанется игровая приставка Xbox One, мечта многих. В 18.00 начнется бумажная вечеринка в районе шахматного клуба, которая продлится до 20. Ну и на этом все. Приходите в парк. Цифра? 8, 9, 1, 7. Успели? Так. 3, 2, 3. И написано Катя Крылова. Поднимайтесь нам на сцену. Подождите, если сейчас это вы, то мы услышим вас. Собственно. Звонит телефон. Вы в эфире. Вы выиграли Xbox One на день рождения парка. Отлично.